Так, снова здорово, дорогие друзья. Вот смотрим, не имеет вот тут, да? И вот эти пальцы, да, верхние, да? Как вы говорите, вот еще? Вот так. Мизинец тоже не имеет? Не мизинец, вот это место. Вот эта часть, да? Ну, вот эти вот пальцы, это шейный отдел, вот эти пальцы, это уже грудной отдел. Нерв отсюда идет, надосный. Вот мы сейчас его проверим, так больно? Угу. Вот тут. Котятя, да. Тут? Нет. Здесь? Нет. Вот, да, вот так попадает. Не стреляет, да? Угу. Ну, сначала проверили мы, получается, позвонки. Седьмой влево развернут. Здесь ровно. И сами ничего не делают, это покачающий головой. И вот второй тоже влево. Вот тут больно, да? Угу. А тут не больно справа. У-у. Вот. Значит, делаем так вот это сниму. Меняем, что только покачивайтесь. И самое главное, расслабляйтесь, голова качается просто сама по себе. Ой. Yes. Приходите в себя. Я сюда слышу все. Слышно там хруста, да? Да, да, да. Все, я не там. Сейчас, подожди. Расслабляйтесь. Я только жду, когда вы расслабитесь. Главное, стрельнуло вот здесь. Такое вот такое зеркало пошло. Током прямо, да? Угу. Так, теперь вот второй позвонок, он будет до него добраться. Ой, все, я уже боюсь. Не пугайтесь. Тогда будем по-другому. Вот так голову на бок, клоните сюда. Угу. Голова падает, смотрите, падает, а я ловлю. Она падает, а я ловлю, падает, падает. Вперед, вот раз, еще, падает. Ага, хорошо. Опа. Вот. Это был второй позвонок. Давайте проверим. Вы боялись. Вот, жаловалась на головные боли, пьет таблетки, на таблетках сидит, да? Угу. Сейчас вас таблеток избавлю. Вот видите, уже не болит здесь, да? Угу. Вот, осталось немножко руку только вам. Не держите опять, вот вы держите. Пускайте, она падать должна. Все, угу. Все падает, все свободно. Здесь током пробило, да? Да. Вот до сюда. О, да, вот так вот. Да. Все, сейчас здесь может быть легкое головокружение. Онемело вот так вот все сразу. Вот сейчас оно. Оно через 5 минут уже пройдет. Вот главное смотрите, сюда не больно. Mm-hmm. Да? Сюда не больно. Mm-hmm. Не больно. Вот, не менее сейчас. Ну вот, все, да. Все, процедуры простые, быстрые, хоп-хоп и порядок.